Запись не нажал. Лобесина. Запись-то я не нажал. Верующий камень. Ну это камень для голема у нас. Голема? Ну да, кстати, может быть и голема. О, другая лич. А у него Дуругара они и делали, ну, тогда образ снимается, да. Так сказать, забери мои орешки или ничего. Шляпа у нас есть. Целись нам не нужна. Надо дверь открыть только голема. Даже тут сцена старая, офигеть, они ее не перерисовали, а вот лентяи. Пиво он. Там есть где нам делать. Понеслось. Давай, к концу, папа. Что-то было сидеть в Dragon's Peak, мобы были пострашнее, да и посильнее. Не знаю, это было субъективное впечатление. Так, ну тогда нам сюда. Православный инглиш, я тут при чем? Yes. Если вы к бассейну еще обращаетесь. Содержим. Нормально, кстати, перевод. Они им очень хвастаются.
что, мол, в версии 2.5 они наконец-то забили нормальный перевод. Глаза голема вставить забыл, по-моему, тут где-то еще проходы есть. На второй этаж. Я иду с големом говорить им, чтобы он дверь открыл. Я все правильно шел. Помните со столом, но... Там другой голем. Нет, с теми потом... В другой раз поговорить надо. Нет, тоже полторка. Безмозглый голем, безмозглый голем. Все-таки медленно иду, блин, без долбанных ботинок. Хорошо, действительно, довольно быстро привыкаешь. Без ботинок это, конечно, таки медленно. Хотя, с другой стороны, тут гоблины. Противники, че от них убегать-то? Гоблины до угары. И замедление. Дед, колючий мурал, серьезно? Да, конечно, хрена в стенях скроюсь. Кубов при атаках. Давайте включим. Игра, обратная связь, броски атаки.
Верный глаз. Инфравидение. Ну, лучше, чем ничего. Да, значит, так инфравидение. What? Yeah, yeah. Эту дверь нам не открыл, да ведь? Значит, идем сюда. То есть он нам вот эту дверь открыл. Вот эту и вот эту. Знаете, создается такое ощущение, что все-таки это не переводили, они просто откуда-то сперли перевод. Перевод тех же самых арканов. Вот этот шлем был Дурана. У вас здесь статуэтка элементаля воздуха. Статуэтка изображает вьющиеся чертания элементаля воздуха. И это все. Амулет метамагического воздействия. Запомнить дополнительное заклинание второго уровня. Но... Давайте невидимость. А сколько мне до левела? Довольно много. И почему 10 уровень двое настолько далеко отодвинут? Чуть ли не как уровень... Где фаервол? По-моему, дальше, чем уровень мага. Офигеть же. А мне казалось, что у друидов очень большой разброс между уровнями есть. По-моему, между 12 и 13. По-моему. Точно не помню. Там же, по-моему, портал будет просто. Здесь просто портал, а нам здесь просто меч плюс дорого. Типа меч хаос. Вот с нами он работать не будет, так что для нас работает просто меч плюс дорого. Фрит мороза? А воздух. Во хрен тогда до меня. Носом холодно. Непонятно. А разве он сластил? По-моему, это просто двуруч. А, ну, Саривок его потом улучшит. Блин, а Саривок только во троне балла улучшит. Трону балла вообще донести надо.
что-то стабильно свободу, что ли, нам идили? Какого хрена за изучение закла мне дали 6000 опыта? Слепление, слепление, за ним еще одно слепление. Все, поехали. Где было так? Ну что-то мне не помнится, по одному, по 10 опыта давали. Закол. LG, вы угодно вырезали. Мы все-таки не зря вырезали. Вот это вот, да это тоже не помню, что такое было. Он по сути не давали. Это такое, что в тебя заключили вот этот кувшин. У тебя есть из моих вещей. Можешь мне его отдать. Похоже, нечестно сделал, как помочь освободиться. Когда он будет в Нью-Йорках, всем будет сломать закрыть и выйти на свободу. Где мне найти? Находится в комнатах или он ложный взгляд, может быть, у големов. Нет, просто если вы изучите реально Magic Missile, вы тут же получите левел. Это очень жирно. Хаста спала. Protect me. То вы что вы здесь делаете? Так, чем могу помочь? Могу помочь, что мне еще кувшин. Конечно, мне караси эти желтые, о которых ты говоришь. И 500 опыта дали. Ну это как будет дал в оригинале найти кучу свитков, задуалиться, а потом сразу прокачаться на 3 кг опыта. Господи, жмуть какая.
Даже я настолько по-черному не обузил бы. По 1750, блин, за одну... Я офигею. Кувшин джина. Так, это к черту, это сюда, к черту, это сюда, это сюда. Я вершил уравнителя, кстати. Ради команды мага исключительно получение экспы со свитков, если мага в команде... А, ну, кстати, да. То есть берешь мага, выгоняешь мага. Потом следующего мага берешь. В оригинале сколько магов? Два мага получается, да? Эдвин. И Динахэйр. Они три мага, три. Вот еще одного, которому огненный клинок принадлежит. Забыл, как его зовут. Эдвин, Налия. Не, Налии не было в оригинале. И моя, ну... Моя интернетчанка Кор отскачивается. Слабовато на Чекули мы пошли. Была Налия? По-моему, не было. Так, класс защиты 8, за не менее лучшего. И нашел плюс один. Так, нам сюда. Yes. Хочется масло бахнуть, но, пожалуй, все-таки не буду. Войдя в променаде Вакина, его украсть могу. Воровство 35 маловато будет. Ох-ох-ох-ох-ох. Интересно, нафига ему этот, блин, воздушный шар? Я так понимаю, что мы где-то в лимбо или вообще в каком-то карманном плане. Чем в карманном шаре воздушный план? Меч хаоса с рывока. Каждый удар вытягивает у жертвы один пункт здоровья и передает его владельцу. Да, вот тип двуручный. Ну вот этот хак опять. Это в лагол захожу. Это я думал, что в плане воздуха как-то больше синего, меньше фиолетового. It is done. Да я вижу, что одна пустота, это, блин, либо долбанная лимба, либо действительно план воздуха. Но мне казалось, что он все-таки как-то более синий. Там же один воздух. И облака. Я там, в принципе, есть и твердые облака.
Более там даже как таковая площадка не нужна. Ты усилием воли можешь перемещаться либо вверх, либо вниз. Если твоя воля достаточно сильна. То есть, например, монахи там могут перемещаться без заклинания левитации. Ханс цвета покушал. Вот сволочь. There is sanity in all this madness. You are not in league with the evil that dwells in this unholy place. Yoshimo begs your assistance. Замешим, которого все боятся, да. Да еще так, я не думаю, что это мудрое решение. As I thought. Я прям, пожалуй, не успею. Я сходи 50-70. Что за локация? Первый бога такого не помню. Это второй бога. Уже. Тоже второй бога. Это подземелье оленей пусть. There is sanity in all this madness. If you are not in league with the evil that dwells in this unholy place, Yoshimo begs your assistance. Явно будет не хватать сумок. Одни, блин, зараза, сплошные ключи. Лежит тело, похоже на один проводитель эксперимента. Трудно сказать, как давно произошла смерть. Ну, так как Алит лежит. Алит от Динахэра. Fight well, for now you will die. Return whence you came. This is not your place. Кому ты нужна, кроме моего клинка? Mine is the fist of death. Ой, ёб. Да страшно, курок у нее заклинание. My wounds must be tended to. Я начал на ничего не кастовала, мы тебе не подкрутили. Так, да хорошо, так. Ко мне тоже. Здравствуйте, Игорь. Мимо. Чего? Ебащить, что ли? My wounds must be tended to. I can't carry no more. Your item is on the ground.
Я за Зиной как бы тоже хочу. Халявный 750. Херес, одного атаки. Yes. Гобли, я что-то забыли. Incantus. Yeah, yeah. Зим в оригинале хоть взял один КПП. Кстати, да, я хотел спросить, почему здесь нету отхила с меча на 1 КП, потому что, блин, как бы 1 КП он просто сжирает у противника. Противник получает на 1 КП больше урона и все. Вы же тоже отлетят, или не отлетят? А, тоже отлетят. Дурочки. Здесь тоже ложки стоит. Опа, cloud kill. Странно, мне казалось, что я его обезвредил. Так, жезл огня, жезл. Ну, хотя это все продать можно. Я думаю, что существует жезл Клауки. А, не по одному заряду. Что-то как-то совсем не помню, что злобал от пива. Как долго, а? Сырюшка. Кольцо защиты плюс один. Да? Да. Открыто достижение коллекционер жезлов. Она, по-моему, нас поимеют. Let me have a taste. Come.
паутина не поможет. О, фирма же. Фирма долбаного вампира. Отлично. Убил. Да, кстати, стрела эльфа была. Здравствуйте, Олда, уже богатого. Кладки жезлов и только с них гарантированно игнорируют маги врагов. Лучшие средства против драконов. Какой уровень? 9... 10, 11. Интересная прогрессия. На гильдии о чем ты говоришь? Я ничего не знаю. Война и хрен с вами. Так давайте ему черепушку кинем. Дрожение Лароха. Защита от обычного оружия. Тут опыта, кстати, неприлично прям много дает, прям неприлично много. Get me out of this hellhole. Старик, я видел других пленников, ты действительно оставил опыт, это чудовищно. Ты знаешь, кто стоит за всем этим? Он ты слишком дрожь на воле, я слишком мало тебе верю, отпустить тебя, ты останешься на своем месте. Save me, dear sir. Please, save me. А вот этого, кстати, не было в БВП. Он всегда был просто жирным человеком, который просил освободить тебя. Еще за колдовство. Прощайся, мальчика. Говорил, как старик, я хочу знать, кто ты, причем освободить тебя. С меня хватит дубльгангеров. А главное, раз это я попытаюсь освободить тебя, однако... Могу освободить тебя, должен будешь сидеть тут сидеть, пока... Ты не постареешь. Это было разве? Усилил огненное дыхание. Долбаные молнии. If you wish. Не знаю, выкинуть фейербол или выкинуть фейербол. Так, вот это мне точно не надо. Я говорю, как старик. Your time is done, primates.
Ко мне кожаный меч еще висит, да? Весело. Сколько армора коста, алё? Будешь потом воевать Красимиром? Ну, в идеале, да. По-моему, тут толпа дрелгаров будет стоять, если я все правильно помню. Да нет, просто гоблина. Ладно, постоянно подождем. Мне поэтому точки всякие не нравятся. Точки паутина, блин, потому что когда... Вообще, блин, звучит очень громко. Когда они используются, хрен ты поспишь и похилишься. Сетнок сидит довольно громко. Ну, вот так получше. Чтобы интерфейс сделать побольше. А, ну вот же. Понятно. Очень больно. Думал, просто на пофиг прибегу, а нет, нифига. Ну, вышка и штучка. Надо с собой взять. Так, опознай ко мне, друже. Шезл. Да, с одним зарядом.
Ой, защита от дробящего, если не ошибаюсь. Да. И выход у нас здесь. С Иушкой спимс. Тут, кстати, ловушки будут. Нет? Где-то здесь еще Эттин должен стоять на выходе. Которого можно одурочить. Или это тоже фишка БВП? Меч хаоса взял, да. Ну, сейчас будет очень классная катсцена. The tunnel slopes upward into the welcome glare of daylight. Such is your relief that you barely notice the debris at your feet. The remnants of a battle fought only moments before. Surveying the carnage, you hear a scream of rage, and a massive explosion collapses the passage behind you. The sounds of combat greet you as you struggle to your feet. The fight, it seems, is still going strong. You dare to attack me here? Do you even know whom you face? You will suffer. You will all suffer. Егор технично свалил. So, Godchild, you have escaped. You are more resourceful than I had thought. You're not going to torture us any longer. Torture? Silly girl, you just don't understand what I'm doing, do you? I don't care what you're doing. Let us go. I won't let you leave, not when I'm so close to unlocking your power. We don't want anything from you. Enough. I will no longer listen to the babbling of ignorant children. This is an unsanctioned use of magical energy. All involved will be held. This disturbance is over. Must I be interrupted at every turn? Enough of this. This mage's power is immense. We must overcome him quickly. Даже интересно, как вы убивать его будете. I have the time for this. You will cease your spell casting and come with us. Your pathetic magics are useless. Let this end. Even if we fall, our numbers are many. You will be overwhelmed. You bore me, mage. You may take me in, but you will take the girl as well. What? No. You have been involved in illegal use of magic. You will come with us. I'm not going with him. I'm not! Help me! Открыть достижение «Дерзкий побег». Ну и уровень мага, наконец-то. Отрав против жезлов, поспорьте в заклинании. Доп. Заклинаний 3, 4 и 5 кругов. 11 уровне, серьезно? То есть ты мне даже 6 круг не открыл? На 11 уровне. Серьезно? Ха. Очень странно. Это интересно, я смогу найти эту же сценку, но немножко на другом движке. Где-то я ведь ее даже выкладывал, вроде бы.
Да, это ведь вот она. Очень, кстати, прикольная сценка. Не знаю, видели вы или не видели такую. Так. Очень прикольно. The tunnel slopes upward into the welcome glare of daylight. Such is your relief that you barely notice the debris at your feet, the remnants of a battle fought only moments before. Surveying the carnage, you hear a scream of rage, and a massive explosion collapses the passage behind you. The sounds of combat greet you as you struggle to your feet. The fight, it seems, is still going strong. Это Деургары против Варфамна. We know of your treachery, Irenicus. Where have you taken our brethren? You know nothing of me. You know nothing of what I must do. You will suffer. You will all suffer. Men, kill him! Да еще маги ведь не появились. Вот один свалил. И мы тут, правда, какая-то немножко желтая. Интересно, зачем ему Гульфик? Torture? Silly girl, you just don't understand what I'm doing, do you? I don't care what you're doing. Let us go. I won't let you leave, not when I'm so close to unlocking your power. We don't want anything from you. Enough! I will no longer listen to the babbling of ignorant children. This is an unsanctioned use of magical energy. All involved will be held. This disturbance is over. Must I be interrupted at every turn? Enough of this. Spellcasting and come with us. Your pathetic magics are useless. Let this end. Even if we fall, our numbers are many. You will be overwhelmed. You bore me, Mageling. You may take me in, but you will take the girl as well. What? No. I've done nothing wrong. You have been involved in illegal use of magic. You will come with us. I'm not going with him. I'm not. Help me, please. Oh.
Я только задал заклинание, оно 30 левела. Эльфийский архимаг. Не слаб же Эльмистра. Вот так вот. Жалко, игру с этим модом так и не доделали. Ты можешь сказать мне, где я нахожусь? От котла. А не от котла. Жемчужина Амна. Меня от... Понятно. Кто были эти люди? Как насчет людей? Можешь сказать, где я нахожусь? Так. Просить. Ринго с Эльмистром мог в теории потягаться. Вообще, чисто механически в этой игре есть статы Эльмистера и есть статы Ринигуса. Они совершенно одинаковые. То есть они взяли стат-блок Эльмистера и перекинули его на Ринигуса. То есть в итоге у них, в принципе, статы полностью идентичны. Welcome to my humble establishment. Так, разлазал монстров, снарядов, молний, колодки ластев, мне пригодится. Ящик для свитков. Я могу его украсть? The customer is always right. Баришка! Нет, не могу. If you wish. Welcome to my humble establishment. Кто изменит воровать у меня? Понятно. Видок дикий не ведет, или мне просто не хватает навыка? Нет, видимо, все-таки навыка мне не хватает. Теперь переведи, че переведи? А здесь меня пока ничего не интересует. Ловко приключение. Да я в кое-чем заинтересован. По-моему, у него есть очень прикольные... Прикольные штуки. Клинок Суририса. Вас издаст. А, видимо, просто плюс 2, да? Кулак Борка. Проща-проща. Копье-копье. Вон, на него Ринский посох плюс 4. По сути, просто посох, но плюс 4. Длинный лук плюс 1, вот я бы его взял. Щит цитадели. А, это 9-звездный, что ли? Невью благочестивый паладин благороднейшего ордена Лазурного Сердца однажды удерживал батальон мародерствующих обгубленных стрелков кобальдов. Война плюс 7 против стрелковой. Щит отражений. Разворачиваю снаряд обратно стреляющего. Это человек, который принимал за обычную декорацию с какого-то забытого зала для торжеств, валялся в задней комнате одного магазина.
Паган однажды юный аристократ не купил его для парадного доспеха. Дремавший череп проявил себя позже, когда покушение на жизнь юноши сорвалось из-за того, что щит отразил всепущий стрел назад несостоящегося убийцу. Не в древних городов, возможно, бифридом. Древний эльфийский щит, прикольно. О, победитель. А нет, это не то. Воскрешение, кольцо управления воздухом, меч пламени. Вот меч пламени прикольная штука. Особенно против троллей. Особенно когда в замок пойдем. Ой, сила хомового великана. Сила 19. У нас и так сила 19. Мантия жулика. По-моему, начать вот это какие-то... Widest selection, lowest prices, and nary a fancy illustration. Just the goods, bare and plain. У него же вроде еще был особый, знаете, особый магазинчик для особых товаров. For the glory of Om. Так, я хочу войти в лагерь и лично все выяснить. Потому что что-то втором. Вы поставите себе. As I thought. Я хорошо слушаю. Принцесса колец, сколько будет принцу, когда принцессе будет в два раза больше лет, чем было принцу, когда возраст принцессы будет в половину меньше, чем сумма возрастов их обоих. Какое следующее утверждение верно? Я ненавижу такие задачи. Просто переоцените дело мистера и я просто говорю, что соотношение дела мистера и Реникус одинаковое. Особо после возвращения же. Дима все забыл. Так, будем принцу 20, принцессе 30. Вот она, мой друг, беднейший, этого не имеет, богатейший в этом не нуждается, и каждый, кому придется это не есть, умрет. Скажи мне, что это? Беднейший этого не имеет, богатейший в этом не нуждается. И каждому, кому придется этого не есть, умрет. Здоровье. Ничего. А ты уверен, что ты меня победишь? А, тоже ко мне тоже неплохо. Эти похваляющиеся джинны, а? Who are you? Oh, whoever you are, you must flee this place at once. He's killed everyone else who has come into this place. Так, пока не пойду, пока не получу объяснение. Oh, please run. Могу освободить тебя. Simple. Чтобы идти меч опасных мнимых христиан, чтобы освободить. То есть все отвратительное здесь. Раб для удовольствия. I am here to serve. В Калаху, где все находится, сам по себе я не прижим к какому Калаху. Всем информация, до свидания. Раб для удовольствия. По-моему, раб для удовольствия злой. You are more than welcome, my son. Даже штрафа нет. Оборотень. Оборотень.
А это еще и долбанная иллюзия. Ну зашибись. Паутина и защита от каменения и диспел. Чуть мне сдается, что они тут в принципе бесконечные. Мест. Впервые выпадали. Мест. Что-то не понял, то ли попал. А, попал по мне или нет? Девушка. Вздремнем? Угу. Давайте банку одну бахнем. Для верности. Продвижение крайне развлекало. Галлах, разрешу тебе жить. Ты станешь таким же забавным. Ты готов двигаться дальше? Готов двигаться дальше. Может, я был сложнее на тебя. Cut them, my shadows! If they be fools, my other beasts shall strike them down! The task shall fall to you, the circus now truly begins! Чё-то, по-моему, раньше это сложнее было. Я представляю себе, как актер из звучки сжал себя что-то, чтобы начать говорить таким голосом. Ты заслужишь смерть, Гнев. Сколько народ поставило за тебя? Uncle Quail, you're okay. Захочешь, мы будем счастливы взять тебя в группу. Мы. Я и 23 моей личности, у нас нет вакансии. А так всегда добро пожаловать. Но вакансии нет. Камни кожи. Это что у нас такое? Проклятие эльфов? Это, по-моему, кольцо фрикшена, если я не ошибаюсь. Не, или нет, это не оно. Надо пойти опознать. Out with it, if you wish. А, кольцо харизма 18. Yeah. У нас же тут вроде больше никакого квеста нету. Ну, кроме как вот здесь квест. И вроде бы как бы и все. Да жена-то, блин, офигеть. Какая дикая просадка по уровню воина. Да, давно эту карту не видел. Так, да, самое чуть и надо. Куда мне знать, что это не ловушка? Так, и прекрасно, где мне надо быть, ты хочешь что-то там сказать мне или нет? Какого-то будет не стоит. Невероятная сумма. Скидку получить никак? Слишком большая сумма, учитывая, что даже не знаю, кто ее получит. Вернусь, когда встанут деньги. The deal is made, and you have a goal, albeit a distant one. Your new friend
has assured you that passage to Imuan can be bought. Though you are certain the final tally will include much more than gold. Any help is welcome, however. And while the cost may be steep, your path is clear. Finding Imuan will lead to Irenicus and to answers long overdue. Все-таки перевод меня радует. Если честно. These are the prisoners from the disturbance at Joaquin's Promenade. What is known? Not but their names. The mage is John Irenicus. The girl is Imoen. I didn't do anything. He did it all. I had... Silence, child. Allow the fool to make his judgment. Why was this man not gagged? Did he not slay four of you? We dared not approach. Regardless, in the end, he came willingly. What should be done with them, sir? They are deviants. Let them rot in Spellhold. Мне вот интересно, у них разве какого-то измерителя магической мощи нету? It is done. Да выглядит это все несколько тупо. Обучает его Мадина в правительственном районе. Главное не колдовать, а то мне по башке настучать так неплохо. As I thought. Я понимаю, что мне прям совсем колдовать нельзя. Уже они довольно сильные. Я как у Мадигаса, может быть, аж 4 крепости воина, мага и вора. А у вора где крепость? Где его гильдия, что ли? Интересно, за кантрипа я могу колдовать? Придут злые-злые колдуны. Не, видимо, кантрипы могут колдовать. Сдохни уже. Да, сфера нам была не спослана. Богами покайтесь, покайтесь в грехе. Так, по-моему, здесь вот еще будет халявный квест. Ну так, относительно халявный. Главное убежать, да, успеть добежать и поспать, чтобы заклинание восстановить. Кстати, какие-то гильдии работорговцев, по-моему, вот здесь. Out of my way! You there! Calm down, Corvette! Shut your mouth, dwarf! As for you, you know, I said, get your stinking hide out of my way! All right, go with me. Let's go. My wounds must be tended to. Что-то меня прям все гопные хотят. Во-первых, я еще и лучник. Зря вот мы связались, если у вас нет дальнобойного оружия. Ой. Ой, он драться девайлендс. Out of my way! Shut your mouth, dwarf! As for you, I said, get your stinking hide out of my way!
My wounds must be tended to. То есть все-таки на двоих они сильнее меня. Без заклятий, да? Ладно, я всех покарал. As for you, I said get your stinking hide out of my way. Mine is the fist of death. А все-таки сразу поняла, что тут что-то не так. Удивительно. Быстрее, чем успеваешь позвать на помощь. Да нет, в принципе, нормально, пока хаста есть. Если колдовать, заразу нельзя. Чтобы можно было колдовать, я бы их прибил за секунду. Так жирно, а что ты еще дали? Интересно, стражники из религиозных соображений не попадают, или он просто дебил? Поехали. Оп. Ну да, знаете, как-то так страшно, как бы нехотя его бьет. Очень нехотя. Есть ли у меня... Альтернативный вариант. Вообще альтернативный вариант у меня, конечно, есть. Здравствуйте, Нигида. Так, сыночку. I have set my trap well. I have set my trap well. Так, ладно, чуваки активировали мой трэп карт, так сказать. А за это вообще 6 тысяч дали, нормально. А, у меня еще и она ядовитая была. Плохие ловушки, кстати, оказывается, ставить я умею. Действуешь как пустая. Это я шума. О, аномен. Потому что мы сейчас нужны шнурки, если ты покажешь мне где-то, я встречу с тобой там. Угу. Но туда там, по-моему, замок тролля и без обстрела туда даже не сунусь. Так, снять комнату. Так, игра. Начнем ткани в облаке, фон местной карты, групповое инфравидение, доходить до исцеления. Вот она. I gotta stop dipping into my own ale. Stay back, or you'll regret it. Вот четырёк, я не стану от него уклоняться. Давай, парень, поехали. В
Этот дядька был довольно неплохим воином. Сцена потом я пивался, все дела. А здесь он, видимо, говно кусок. Где у нас еще халявный опыт? Он должен был сдаться на ЛХП, если что, но он не сдался. Здравствуйте, Гипс. Что это за монстр у тебя? Это тройной мультикласс. Рог. О, Рога, воин-маг. Оба. Радуйте. Ты берешь хаотично злого? Нет, я хуже, я хаотично нейтрально. Ничего не может быть хуже хаотично нейтрального персонажа. Я все равно победил. Булава плюс один, но мы это все продадим. Сулда сей. Ой, на мне камико же есть, нормально, поехали. Да что-то какой-то деггер у тебя красный, мне он не нравится. Че, мы кого-то не добили, а че сохраниться-то нельзя? Непонятно. It is done. As I thought. I can extend you my hand. Надеюсь, я таки слышу, о чем ты кричишь? Кто такие Алава и Тира? Сказать внимательно, я слушаю. Я не причиню никому вреда. I got me some nice looking waitresses, don't I? Сейчас здесь нельзя отдыхать. А богатый дядька не уйдет? У нас с ним типа скрипт работает. I got some cheap beer for ya. Настало время охерительных снов. A dream, don't they? You remember these doors? Yes, someone else does. Да. He wants something. I don't know why. Those in the cowls don't even know. Do you remember? They were you. I don't remember any of you.
you remember, sir? They saw your... Something else is more dangerous. Do you remember... Me? She resists. She... It is a port... You know what you want. It is you, after all, which has brought us to the dream. Nothing is real. Но, с другой стороны, интересно, как он нашу голову-то пролезать умудряется. На таком-то расстоянии. Он же, по идее, вообще спал в холоде. Не где-то рядом. Готовы слить за... Сейчас, погоди. I got some cheap beer for ya. Intactus Fulcat. Так, все, готов, понеслось. Ну, чувак, дабстеп это очень спортивно, знаешь. Метеоритный дождь, защита от... А тебе зачем защита от зла? Кейт. Понятно, зачем тебе защита от зла? If you wish. I got some cheap beer for ya. Мы ничина, блин. Intactus Fulcat. Так, давай, я готов дубль 3. I can't carry no more. Ты что, сам себя убил? Вот. If you wish. Не, давай только без метеоритного дождя на себя, молю тебя. Слушай, он псих самоубивается, это же подать плачет за него не могу, ну что ты херня. Беги тебя, блин, самоубийца. Это, кстати, не утренняя звезда случайно. Отдельная скорее. Он что-то был, как называется.
Где у нас Парменат Вакин? It is done. As I thought. Ribald Bardeman at your service. Так, давай познаюсь эту бубуйню. Поехали. Арбенов меч проворства. Мы тебе только держали параличу. Спешка раз в день. Длительность 2 раунда. Короткий меч. Дневная звезда плюс 2. Улучшился раз в день. Урон 3d6 против... А, держит плюс 1d6. 1d8 плюс 4 против злых существ. Да, то, что нам надо. Только специализация у меня на нее маленькая. Чистый лобозелило кором сходить халявный простит двуручник защиты разума полезно. А я не помню, где он. The Adventure Mart's the finest shopping in all of Faerun. Widest selection, lowest prices, and nary a fancy illustration. Just the goods, bare and plain. Какой-то работорговца. Я не помню, где он начинается. Так, дядька, у тебя должна быть сумка. Я напомню, что у нее должна быть нормальная сумка. И не самоцветная. Так, вот это, кстати, кольцо невидимости. Видимость раздельная, длительность 2 часов, зона действия владелец. Ну, как я и говорил. Блин, ближайшая сумка была в спеллхолде. Далеко. Greetings, good customer. A pearl to you. Меч Болдурона, щит Болдурона, мантия Векны. Серьезно? Прям сходу? Мантия Векны. Окей. Алебарда Гармониума. Сила плюс один, мудрость, интеллект. Ну, понятно, это стражи гармониумов из долбанного этого. Сигила. И Фаэрон, кроме лич лорда, человека из деревянной расы, создатели которого не научили магии вообще, есть архиличи. Знаешь, лор лоха, но ничего не что иное. Архиличи. Ну, архиличин, по-моему, нету, но в Корвере, по-моему, был очень мощный некромант. Он умудрялся драколичей создавать. И после себя он оставил очень много порабощенных личей. То есть он их реально проботил. То есть он насильственно создал личи и проботил их через филактерии. Но сам он при этом вроде как бы мертв. Так что, блин, прям архилич, я не знаю. Самый, наверное, мощный лич — это глава гильдии. Либо красных волшебников Т, либо гильдии этих магов из Лускана. Это два самых мощных лича, которых я знаю. Вот, по крайней мере, на побережье. $28,000. Где же мне столько доставить?
Is it important, peasant? Ну это прям продают всякие заклы. Снижение сопротивления, очень прикольный закл. Чтобы его купить. Ящик для свитков надо бы купить. А сразу жезл бразила монстров? По-моему, нету. Есть жезл тучки-вонючки, жезл огнепалки, ну и жезл молнии. Нормально, 5000 на халяву. Simple. Разве утреннюю звезду нельзя во что-то другое перековать? Ну, дневную звезду. Ведь, по-моему, на плюс 3 все-таки была. I trust you are here in good faith. Добрый жрец Талоса. Добрый жрец Талоса, прямо. Даже звучит смешно. Антивекный чит для мага. Вы антивекный вообще сам по себе чит. Для кого бы то ни было. Я вот пытаюсь вспомнить, где у нас еще личи халявные есть. По-моему, вот здесь вот начнется квест на этот. If you wish. In the name of the council, I am here to keep order. Так, что ты имеешь в виду? Я не знаю, кого тут ищете. Мы тут кусок демилища. О, Виконе. Look ye all. I bear Ария. Now, Olaf. Spout your evil speeches. Shar, my deliverance is in your hands. Wait, praise the goddess. My thanks for your timely intervention. Чит был дурал, вот этот чит. Можно начало убить. А это нормально, что эти уроды колдуют здесь? Ой, я как бы жить хочу. Ладно. Здравствуйте, Бог. If you wish. Ну странно, у меня вроде еще Комико же висит. Джорджи сказал, понимаешь, что это диван? Мистер Кан, но тем не менее. Лицензия 5К. Разве не 20? Потому что, насколько я помню, лицензия очень дорогущая. Must be tended to. No mercy for those. А, у меня брачуй кидается, думал, блин, меня каким-то странным хлыстом бьет. Ah!
А колдовать же нельзя, зараза. Отвалит меня кусок идиота. My wounds must be tended to. Be merry, friend. Glory of arms. Mine is the fist of death. Избить? Да, ну хоть попадает в этот раз. У меня больше атак в раунд. I owe you my life, Abil. You have saved me once again. Только невозможно позже. I did nothing to provoke their attack, I tell you. I was passing through the city when the man guessed my identity under my hood. Давайте мы посмотрим, о чем нынче. Магия в городе продается. Speak up! I am one of the few who are chosen. Так, мне предлагают работу. Если другого пути нет, то согласен, даю тебе слово. Он рассказывал такие Валигары, семья Кортес, ну и так далее. Is there something that you need, citizen? Is there something that you need, citizen? Гильдия, которая постоянно твердит. Где-то здесь должен быть чиновник, вот он. Do not touch me. Speak and be done with it. Ргида Скайда, ты кто такой, что-то тебе не помню. You should make an appointment to request an audience. You're rather outlandish folk to be wandering round here. You are more than welcome in my sight. Как это мы будем держать? На Винмейне в чем виноваты? Заключение такое, сколько оно будет длиться? You are more than welcome in my sight. I'll heed no churlishness. My time is quick, so be brief. Это мне тут никто ничего не продает. Горнила покупаю. Speak up, speak up. Это из золотых, ладно, надержу. Использовать магию в городе, только не заправлять этим правом, иначе потеряете его. Значит, не злоупотреблять, блин, правом кастовать. Было бы, кстати, забавно, если был бы какой-то счетчик заклов, который вы могли произнести, потом к вам приходили, говорю, что тут ты злоупотребляешь, давай кому-то лицензию отберем. Сывушка. Ладно, давайте, наверное, сегодня заканчивать уже будем. Уже почти час ночи, и, если честно, у меня уже язык заплетается. Прям спать хочу, не могу. Вот. Завтра продолжим. Ладно, дамы и господа, на сегодня, к сожалению, все. Помните, если вам понравилась трансляция, подписывайтесь на канал. Если вам очень понравилась трансляция, там есть группа ВКонтакте, ну и канал на Ютубе. А еще ваши комментарии оставить, чтобы просто мне было приятно. Ну или друзьям рассказать, что хоть какая-то реклама у канала была.
Вот. Давайте запись там.